больше нет. Здесь наши близкие, наши друзья. Здесь я родился и вырасту я. Разные люди в огромной стране. Здесь побеждали в великой войне. Мы герои, уверены в том, что на века сохранится наш дом. Наш дом Сибирь и просторы. Наш дом уральские горы. Моя любимая Россия, моя бескрайняя страна. Ты дорога была мне прежде, ты будешь мне всегда нужна. Ты необъятна и прекрасна, мне восхищение не сдержать. Ведь ты смогла Наполеона когда-то с Гитлером прогнать. В тебе достоинств очень много, их до конца не перечесть. Одних ресурсов в твоих землях на много лет в запасе есть. Моя любимая Россия, скорее наряд к лицу надень. Сегодня праздник отмечаем, твой независимости день. Добрый день, уважаемые присутствующие! На сегодняшний день государственный праздник День России стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины. Слово для приветствия участников мероприятия предоставляется главе города Александру Петровичу Студеникину. Добрый день, дорогие мечане, гости нашего города. Поистине, самый главный, самый важный праздник в стране. Праздник, который объединяет всех нас. Мы россияне. Мы те люди, которые сегодня на пространстве большой необъятной Родины создают единое информационное, общечеловеческое поле. Именно мы сегодня те, кто строит новое будущее России. Не случайно здесь присутствует очень много молодежи, которые уже завтра будут воплощать свои идеи и мечты, как преобразить, как улучшить жизнь в нашей стране, как сделать ее еще более сильной. Именно им предстоит завтра это все. А сегодня я от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю нашей большой необъятной родине России благополучие, процветание Алтайскому краю и городу Бийску. Ну и, конечно же, каждому из вас, нашим семьям, нашим близким. С праздником вас! Oh!
что для вас значит Россия, да? Потому что это наша любимая, необъятная родина, это наш дом. Поэтому подходим к нашим волонтерам, обводим свою ручку и пишем, что же для вас Россия. Океаны, леса и поля, горы могучие, снеги и ветры лихие. Это бескрайняя, это родная земля. Это наш край и наш рай, это Россия. Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый и триколор. Великой жизни Петра стихи, миссии шаг. На самый лучший из всех планет, народ могучий и президент. Моя отчизна, моя Россия, моя душа. Женщины нежные, дети растущие ввысь. Нивы бескрайние, сильные руки мужские. Хлеб и подснежники, вечно кипящая жизнь. Это наш